В Лондоне открылась выставка одного из самых знаменитых художников нашего времени, который, к слову, сам не знает, как можно назвать его творчество, но зато хорошо известно. Работы Эрика Булатова всегда ждут на ведущих мировых аукционах. Они становятся хорошей добычей для музеев и элитарных частных коллекций. Он пишет и маслом, и словами. И его полотна иностранцам очень нравятся, но чтобы еще лучше понять творчество Булатова, они учат русский язык. Эрик Булатов выставляется с середины 50-х, и все это время искусствоведы и журналисты соревнуются в попытке подыскать ему правильное определение. Московский концептуалист, основатель соцарта, авангардист. Все эти слова и годы, как бесконечная река, обтекают его картины и не могут выразить того, что он делает. Вот вы знаете, по-настоящему я все-таки ничего этого приложить к себе не могу. Я думаю, что еще такого названия не существует. Но рано или поздно оно, наверное, будет. Булатов часто говорит, если художник не успел выразить время, в котором живет, то оно безвозвратно уйдет. Но пока живут его картины, сохранится неискаженный взгляд человека советской эпохи на мир. Европейские искусствоведы и коллекционеры, они открыли художника в перестроечное время, а потом хорошо на нем заработали, говорят, что без этих работ трудно представить себе Москву 80-х. Да, там было много водки, были удивительные разговоры и невероятная атмосфера братства среди многих московских художников в той поры. Не забывайте, что в то время был еще Советский Союз и Союз художников СССР. И такие мастера, как Булатов, Олег Васильев и Илья Кабаков, не считались официальными художниками. Слово, считает Булатов, не только звук и не только смысл. Слово – это образ, и оно имеет право быть отображенным. Удивительно, что наполненные летящие кириллицей полотна могут быть так популярны за пределами России. О Булатове в Британии написали сотни статей. Почти в каждой из этих статей есть слова. Это художник, которого здесь понимают и ценят. Ну, что касается ценят, оценивают, с этим я согласен. Ведь его работы на западных аукционах продаются за сотни тысяч долларов. А вот что касается понимает, то здесь есть вопросы. Ну, как можно объяснить западному человеку, который не говорит по-русски, что такое «хотелось засветло, ну, не успелось»? Или вот эту картину организаторы выставки упрямо называют бот. Бот, а не вот. И когда им пытаешься объяснить, что это вот, то они, конечно, обижаются. Сам Булатов к этому давно привык. Чтобы избежать трудностей перевода, многие посетители просят объяснить, что там такое нарисовано. The water flows. The water was flowing. Вода, I can read, yes. Вода текла. О своих любимых и нелюбимых словах 82-летний художник может с упоением говорить часами, но для парижской или лондонской публики это лишь усложняет восприятие. Им легче было поставить смысл вот этот вот литературный на второе место, а на первое место сразу у них на первом месте был сразу эмоциональный эффект, то есть эмоциональное восприятие. Подействовал, не подействовал. Хотя Париж, где Булатов проводит большую часть времени, от Лондона отделяют всего 2 часа на поезде, за последние четверть века это лишь вторая персональная выставка в британской столице. Организаторы ее давно хотели увидеть эти картины на стенах своей галереи. Это специфично. Я думаю, он не только как художник, как личность, как собеседник тебя завораживает. Но все, что внутри, его не выговоришь. Это видно лишь в его картинах. А вы по-русски читаете, понимаете? Да, конечно. А вы знаете, что там написано? Of course, perestroika. Булатов смотрит, как быстро перемещаются по залам посетители, и тихо говорит, что живопись на ходу смотреть невозможно. Ведь картина – это закрытая дверь, и нужно долго и терпеливо стучаться, чтобы она открылась. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Первый канал, Лондон.